boy. Блять, я же должен бутылку выпить. Блять, он уже пришел ко мне. Так, чел, отстань. А? Ключница делала. Над головой пролетают у него. Блять, все ноги мне расстрелял сучара. Чел, блять. Я пришел сюда, чтобы выпить водки, а потом убить кого-нибудь. Как ты можешь видеть, водки я уже выпил. АПС. Вектор, тактик. Офигеть. Нормальные типы, слушай. Ай да, поднимайся ко мне. Я гранатки нет тебе кинуть. Угостить, так сказать. Что я такое, чат? Рукса, ну-ка не... Ваше здоровье. Ну, как бы 3 ЧВК, 3 бутылочки водки. В целом, как бы, челлендж, я считаю, выполнен. Всем головы просто. Пах, просто... Алтын, блядь! Блядь, вот он. Да подожди, чел, ну подожди, подожди. У нас общий враг, блядь. Все, до свидания, ребят. Чел, если ты убьешь меня, мы тут умрем с тобой оба. Не делай этого, блядь. Чел, блядь, не делай этого. Давай твоим убьем этого алтынщика. Во, 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 во. Отлично. У меня 30 хп, кстати. Два раза попал, три раза попал. Ох, блядь. Не, челу, конечно, интересно, наверное, блядь, в такой броне. Бегать по заводику. О, 232. 230, блядь, по броне. 96 только по телу. Блядь, две головы ему дал. Во, первая голова, вторая голова. Чат. Опять херово регает. Профессиональные остались. Опять хэд, по-моему, дал, но не прорегало. Ну сейчас я не уверен, точно?
Нет, Рит. Я, походу, ему реально дал несколько раз по забралу. Видимо, забрало затанчило. Офигеть. Опять алтын, блядь. Это тот же самый чел, сука. Он там в колючку наступил. Да-да-да-да-да. Хэт дал. То же самое, мне кажется, это. Ему понравилось, наверное, быть танком, блядь, бессмертным. Да, он же, скорее всего. Еще один слева. Это тот Мухомор, да? А его так звали, Мухомор? Разве? Что-то я... Как будто другой ник. Ну ладно, если он, то... Так и думал, он сверху сидит на железе, вот там. Еще один есть, блядь. Там уже челоботы, мне кажется, ходят. Вот почему-то мне так кажется, хз. Просто хэт. Единственный красивый. А, это уже был этот с Сашкой, блять, понятно. Смосенькая челик 45-й. Который фулку убил. Хорош, кстати. Нормально ты его вообще покрасил. Ой, ему там очень херово.
здесь бот слева, а вот там вроде как человек. Колян. Колян 43. Вот этому я дал. А, погоди. Вот этому я дал в затылок, да? Да, вот этому. Пешечка здесь у него. Карта. Дядя Фредди. О, и правый тоже активизировался. Здорово. Можно новенькое оружие заказать. ГВ РФБ ШК, спасибо за рад. Тихо, чат. Чат, это шо? Что сейчас было, блять? Чисто ему ша такое, видели? Подзатыльник и все, блин. Какой он уровень? А, понимаю. Пойдем на выход, короче. Тут, видимо, ничего больше нету. Ах ты мышь. На. Что, мышара, не получилось шушуть, да? Так вот бывает. Нельзя же просто бегать по локации и играть. Надо же именно вот ждать кого-то у выхода сидеть. Тут тебе уроком. А этого типа сейчас вот тут раскинем. Опять мышара сидит на выходе, контролит выход. Чё людям не играется нормально, понятия не имею. Тридцать седьмой. Так вот, я не то чтобы фулка был. Ох, фриканул ему хорошо. Сейчас, чатик, все почитаю, хорошо? Вот этому прям фликуля хорошая зашла. 47-й. О, и броник, кстати, неплохой. Ха-ха-ха!
Найс. 24-й. Не такой уж и маленький, можно сказать. Что-то он разволновался, конечно, да. Сидит. Улыбочку. Автоматическая. А у меня флешки кончились. Что делать, чат? Дать ему флик, например, в лицо. А, это 5-7, господи, вообще не узнал. Кажется, вот там челик сидит. Поджидает меня опять на выхода. Если я не ошибаюсь. Профессиональный. В голову ледоруб. Чисто как орех так. Оп, сверху. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.